Всем большой привет, Эйприл на связи, играем в Альтер-Эго. Ну и будем садиться в лодку, что нам еще остается? Нужно развязать веревку. Ой, ну конечно. Мне интересно, сколько еще осталось времени до конца и что вообще там будет? Добрая веревка. Могла бы быть чуть длиннее, но чтобы кое-кого удавить, хватит. Чего? Не надо никого давить. Пытка не пытка. Хотя туннель был не очень широким, время от времени грести становилось легко. Благодаря этому я плыл довольно быстро и достиг спокойной протоки. Но там и следа не было пристани. И вдруг в канализации потянуло холодным ветром. Это было как ледяное касание смерти или как признак близкого выхода из канализации. Отлично. Получилось. Отличное местечко. Гляну-ка, что наверху. Если детектив не соврал, это особняк важного лорда. Окей. Осторожно. Никто не должен знать, что я здесь. Через узкую щель мне ничего не видно. Наверное, там обычная щеколда. Для меня это не проблема. Да. В двери есть щель, но мои пальцы в нее не пролезают. Да, окей, сейчас найдем оградку, опять же. Лезо ржавое. Того и гляди, рассыплется. Ну, хотя бы что-то. Это уже хорошо. Не нужно соединять? Нет, не нужно. Давайте тогда. У меня нос через чешется. Через узкую щель мне ничего не видно. То есть я... Чуть подальше. Ну и? Да? Чик. Клёво. Вообще мастер. Наверху кто-то есть. Я слышу музыку. А, это кто-то играет? Знаете, я подумала, что это просто у них такое саундтрек они включили. Не получается. Это просто старый хлам. Цепь. Это кровь? Ой. А это значит? Да, все выяснил, сэр. Ой. Кажется, в подвале, сэр. Иди и посмотри, что там. Дьявол. Кого-то несет. Ну так иди. Если я украду лодку, они могут это заметить. Тогда я могу и не вернуться. Я нужно не знаю, что развязать делать. Веревку. Я не знаю, что делать. Если я украду лодку, они могут это заметить. Тогда я... Так а что? Наверное, я опять что-то не понимаю. Твою лодку я отпустил, чтобы ее не заметили. Возьму эту. Если я украду... То есть нет, да? Не слишком умно. Лучше спрятаться где-нибудь. Так а где ты спрячешься? Ну так заберись в лодку, господи, что? Нужно развязать веревку. Заметили, когда я пытаюсь развязать? Крепкий узел, но я справлюсь. А, надо было правой кнопкой. Крепкий узел. Если я украду... Подожди. Надо? Может быть? Нет? Почему нет-то? Крепкий узел. Господи. Опять? Что-то нужно. Одного зубца хватит. Ну да, я знаю. Господи, так, подожди, что это еще?
Здесь никого, сэр. Я сам вижу. Наверное, это была просто крыша. Ступай, посмотри внизу. Мне нужна определенность. Как вам будет угодно, сэр. Ну ладно. Нам повезло. Внизу не души, сэр. Ни о чем беспокоиться. Я беспокоен, так что отопри эту штуку. Хочу убедиться, что с нашим другом все в порядке. С каким другом? Достаточно. Оставь идею за мной. Разведи огонь и принеси мне бренди. А продрог до мозга костей. Был он. Ночной охотник. Возможно, это серьезно. Нужно узнать, что происходит. Ну да. Минуточку. Если я не ослышался, где-то здесь есть другое помещение. Что там они говорили о друге? Я не знаю, есть ли смысл идти наверх. Никуда я не пойду, это слишком опасно. Ну да. Я не знаю. Мне кое-что пришло в голову. Веревка не просто так опустилась ниже. Тайный ход. Невероятно. Как же я раньше не заметил люк? Не знаю. Что Ой. За вонь? Ой, кто как это? Ее можно терпеть? А, все, да? Это уже не жилец. Его кольцо осталось здесь. Хотя оно ему теперь не нужно. Кто это вообще такой? Они возвращаются, черт! Ну, закрой. Чего-то не хочется туда лезть. Цыганка нагадала мне смерть от холода. Сюда тянет ж... Подожди. Наверх? Что делаешь? Куда пошел? Что-то не так, сэр. Дверь в канализацию открыта. Но я уверен, что вчера запирал ее. Идиот! Ты что, не понимаешь, что я не могу так рисковать? Иди вниз немедленно! Чем там не сидится? Откройся. Если меня поймают, все кончено. Не спрятаться. Вот они. В камере что делать? Можешь объяснить мне, кто оставил люк открытым? Не я. Там кто-то внутри. Хватит бездельничать. Иди внутрь, болван. Быть вам стоит подняться наверх. Да. Я хочу посмотреть на незваного гостя. А ты убьешь его, когда скажу. В ловушке. Это конец. Да кто-то и был, он уже ушел, сэр. Верен? А как насчет камеры охлаждения? Заперта, сэр. Даже полный идиот. Хамить, напрягись, извини. Кто это был? Понятия не имею. Те, кто был замешан, уже мертвы, как вы приказаны, сэр. Еще остались журналисты и детектив. Уверен, что в театре тебе помешал кто-то из них? Определенно, сэр. Но не волнуйтесь, я уничтожил все следы, которые могли привести к вам. И забыл про учетную книгу портного. Если я не смог ее найти, то это никому не под силу. Как поступим с этими двумя гаденышами? Мне разобраться с ними? Нет. После страшного провала, который ты ему обеспечил, детектив Брискер стал совершенно безопасен. С журналистом разберется полиция. Они обвинят его в убийстве могильщика. Все получилось так, как мы хотели. И все же, кто-то здесь был. Ты прав. Хотя здесь мы уже закончили. Осмотрись еще раз и можешь собирать наши вещи. Только один вопрос. Как поступим с нашим гостем? Да.
Мы не можем оставить его здесь. Если его найдут, все труды впустую. А мог бы закопать тело на Висельной горе. Там его никто не станет искать. Хорошая мысль. Ну так займись им тоже. Но сначала собери вещи. Так. Наверняка дверь можно как-то открыть. Ну да. Сейчас. Так, вентиль. Будем разбираться. Господи, что-то они затянули. Такой холодный, что даже больно. Они прям конкретно затянули эту историю всю. Так. Семена меня не волнуют, а вот соль. Горсточка соли. Что здесь еще есть? Ладно, давайте посмотрим. Трава мне не нужна. Понятия не имею, для чего это. Зачем же вы тогда делаете это активной зоной? Зачем? Не помню, где я этому научился. Не двигается, но теплая моча может растопить лед. Правда, мне пока отлично. Не хочется. Она покрыта слоем льда. В приличных районах тротуары посыпают солью, чтобы избавиться от льда. Может быть, это сработает и здесь? Но лучше стало, да? А что там? А, окей. Я думала, он как-то хочет что-то оттуда. А, все. Надеюсь, меня никто не слышит. Я тоже на это пробую надеюсь. Пробую рукавом, может так получится. А то у них такой слух хороший у этих двоих наверху. А, ну все. По крайней мере... Буду трогать. Если машина случайно взорвется, тогда меня можно будет хоронить. Знаю как, но эта штука вырабатывает охлаждающее вещество. Хорошо, давайте тогда нож, может быть. Если он вытащится. Это получается. А зачем? Зря я это сделал. Теперь я не могу его вытащить. Не пошевелить. Что? Попробую посолить его. Может быть, подтает немного. Не пропал. Но я справился. Что? Подожди, что мы сделали? Я почти сдался. А, крючок. Окей. Ну, я думаю, что вы поняли уже, да, что нужно. Надеюсь, я крепко ее завязал. Почти не чувствую пальцев. Может быть, надо как-то через ту дырку наверху? Алло, отомри, пожалуйста. Так. Так, что нам делать? Ну, фактически, да, это все. А нужно еще с чем-то совместить? Нет? Да, слушайте, может быть, еще тоже присыпать солью, нет? Как-то последняя так. Попытка. Я уже не чувствую пальцев.
В этой тоже дырка. Я думала, что там стекло. Уж, ну ладно, хорошо. Очень удобно. Здорово. Веревка спасла меня. Пока придержу ее, а вот крюк мне уже не понадобится. Ну хорошо, все, выходим, значит. Так, что делать будем? Я уже достаточно насмотрелся. Буду счастлив, если удастся вернуться в церковь. Так, сейчас. Химикаты. Чего стоящего? Точно? Ничего. Уже достаточно. Не хочу сдохнуть. Ну да. Мне кажется, это логично. Господи. Если я выживу, обещаю больше не воровать. Ой. Че, дурак, Боже, что ли? Боже, что мне теперь делать? Он идет за мной. Правда. Пора делать ноги. Неудачная попытка. Боже, что мне теперь делать? Он идет за мной. Хорошо, что... Так, а что, спрятаться? И потом ему в рыло дать. А, подожди. Ой, господи. Боже. Забраться в лодку. Нужно развязать. Ну там времени... Времени нет, он сейчас опять его... Все, да. Боже. Подожди. Я не брошусь. А как? Подожди. Может, еще одну эту штуку? На зубцах. Что делать? Я не знаю, я не понимаю, что надо. Может быть, как-то. А, натянуть веревочку, чтобы он там. Ха. И он якобы идет так медленно, да, этот мужик? Это мой единственный шанс. А, ну и спрячемся. Сейчас он навернется. Тыщ. Все. Спи. Ночной охотник. Господи, я разделался с убийцей Брайана. Но говорить мы не будем, я не такой дурак. Может быть, он просто прикидывается и ждет, когда я наклонюсь. Ладно. Уходим тогда. Все? Вернусь в церковь. Надеюсь, детектив сдержит слово. В обратном пути я много думал. Яд, который Джек вел мне и Брайну, был сделан в лаборатории лорда Гисмонда и его слуги. Наша ужасная смерть была спланирована. Безумный слуга безумного хозяина. Жаль, что он сдох так быстро. Но скоро настанет очередь старика. Детектив это устроит. А у меня, наконец, будет время позаботиться об Эмили. Ура! Детектив, вы отправили меня в пекло. Значит, вы нашли его? Кажется, да. Там даже хуже, чем в вашей тюрьме. Я готов был пойти на этот риск. А я нет.
А знай я раньше, что ночной охотник кинется на меня с пистолетом, ни за что не полез бы в лодку. Ночной охотник? Серьезно? Точно! Я сунул нос прямо в осиное гнездо и чуть не погиб. К счастью, у меня хватает опыта, так что я разобрался с убийцей. Нет, я должен полагать, что ты убил ночного охотника. Это не удалось ни Адью Джеку, ни его громилам. А они были настоящими убийцами. Хватит испытывать мое терпение. Так он же его не Думаете, убил. Я в этой канализации дурака валял? Да вы что? Он ему просто по морде дал несколько раз. Отправьте туда патруль, сами увидите. Я очень надеюсь, что вы не пытаетесь меня одурачить, мистер Мур. Об этом вам пришлось бы пожалеть. Теперь дайте мне подумать, но никуда не уходите. Оставайтесь неподалеку, чтобы я вас видел. Спасибо за недоверие. Я не знаю, что он от меня хотел. Если бы я знал, что он так себя поведет, принес бы ему голову ночного охотника на серебряном блюде. Слушайте, ну давайте здесь опять же приостановимся. Что-то я как-то устала прям-таки очень сильно от этой игры. Я понимаю, что ее нужно уже добивать. Мне интересно, когда будет таки конец. И я очень рада тому факту, что... Чему я там рада-то? Да, то, что нас постоянно перезагружали с этой смертью, иначе... Помните, как в «Черном зеркале» в первом, да? Там не дают шанса. Там, если ты крякнулся, то все. И не сохранялся последние там 3 часа, да? То все, переигрывай. Никого не волнует. Ну, здесь как-то так более-менее терпимо к этому вопросу подошли. И... Кстати, да, я думала... Вот что-то такое я помнила... В конце игры про вот эту холодильную камеру, но совершенно не помнила, точнее, мне показалось, как будто бы там будет как раз-таки задание на время, что мы там смогли бы замерзнуть насмерть или что-то такое, но, видимо, мои просто воспоминания либо смешались с чем-то другим, либо просто я перепутала, но неважно. Короче говоря, я думаю, что мы, в принципе, должны уже в следующей серии закончить, я, по крайней мере, на это надеюсь. Да, вам я говорю большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится. Мы с вами встретимся уже в следующих сериях. И до скорого!